Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка и обзор заказа от Avon. Давайте распакуем эту посылочку вместе с вами. С трудом прям удалось ее, девчонки, забрать, постаматы все переполнены, на какой-то пункт Ламода она мне доставлялась. Нет, но в итоге забрала, и слава богу. Посмотрим, как у нас все лежит, потому что, судя по тому, что все постаматы перегружены, значит и... Капец, заказов как много. Так, накладная. Пакет. Девочки, это пакет-сюрприз. Сейчас с него и будем начинать. Смотрите, в пакетике, как здорово. Ничего себе. И все очень, кстати, достойно лежит. Ну, как достойно? Более-менее, да? Что-то валяется, а вот основное, что может, наверное, разбиться, парфюм, вот перегородочка, все классно. Все супер, давайте начинать обозревать. Ой, пакет-сюрприз попался первым. Давайте с него начнем. В этом каталоге, в третьем, да, у нас был сюрприз бижутерия. Вот как он выглядит, я не пойму, он здесь запечатан, что ли? Ну да, пакет не откроешь, он как будто, девчонки, видите, вот по этой линии проутюжен. Поэтому, чтобы добраться до сюрприза, нам придется этот пакет рвать. Будем рвать. Ой, вижу 4-5 коробочек и одна вещь не закрытая. Вот, девчонки, вот-вот-вот, как интересно. Так, начинаем. Что это первое? По-моему, сережки, девчонки, здесь по-русски я не вижу ни слова. Давайте скорее открывать. За 300 рублей, за 290 с чем-то, 6 комплектов, не комплектов бижутерии получить круто, я считаю, на самом деле. Бумажка, пупырка, и тут у нас, оба-на, сережки. Лаконичные такие, ничего, такие себе. Вот, девчонки, я сейчас покажу поближе, как они выглядят. Ничего, как, вот как они называются, этот комплект, я вам, к сожалению, не скажу, потому что, ну, здесь, если есть по-русски, то очень мелко. Вот, девчоночки, как выглядят эти сережки, такие простенькие, но, как говорится, просто со вкусом. Вот такие у них заглушки. Сейчас мы с вами их примерим. Если у кого, девчонки, болят уши от бижутерии, то в обзоре заказа по третьему каталогу Faberlic я вам рассказывала про лайфхак, да? Можно покрыть прозрачным лаком сами вот эти гвоздики и носить бижутерию. Уши не будут ни чесаться, ни воспаляться, ничего. Очень советую. Вот. Девочки некоторые писали, что на бижутерию Avon у них нет аллергии. Я поношу, девчонки, эти сережки. Потом мы либо в обзоре каталога, либо в пустых баночках вам расскажу обязательно, есть ли у меня аллергии на бижутерию Avon. Потому что вообще у меня на всю бижутерию уши чешутся жутко. Так, вот как смотрятся эти сережки. Знаете, неплохо. Так просто и со вкусом. Очень даже ничего. Я рада. Поехали дальше. Беру первую попавшуюся коробку, на которой тоже ни слова нет по-русски. Но я сейчас поищу. Я нашла, девчонки, это цепочка с подвеской Чарли, цвет белый. Открываем. Коробочки, конечно, супер. Вообще за 300 рублей. Так здорово. Так, даже не видно, что она из себя представляет. Распаковываем. Распаковываем, говорю. Блин, опять все запечатано. Хорошо, что у меня где-то рядом были ножницы. Все запаяно. Ну, молодцы, конечно, в этом плане. Avon. Так, дальше такая шуршащая белая бумажка. И... О, я видела, многим девочкам сейчас приходит эта подвеска. Вот как она выглядит. Девчонки, вот. Написано, кстати, цвет белый. А, ну это, наверное, имеется в виду цвет вот этого камешка. Давайте покажу все вот, поближе. Девчонки, как выглядит сам кулон с одной стороны и с другой. И цепочка. С запасиком, да? Неплохой такой кулончик. И цепочка добротная. Мне нравится. Вот, девчонки, как выглядит кулончик. Мне кажется, так достойно смотрится, да? Неплохая бижутерия. Подо что-нибудь. Вполне себе даже ничего. Поехали дальше. Следующая коробка. Это у нас комплект бижутерии Альба. Ожерелье плюс серьги. Ну, вообще, девчонки, супер. Открываем. Ожерелье в серег будет просто тьма. Так. Синим камешком, как красиво. Серьги наибанальнейшие, конечно, девочки. Сейчас покажу поближе. Тут маленький перламутровый под жемчуг, да, то есть под очень маленький жемчуг камешек. Я, конечно, такие носить не буду. Ну, мало ли, кто любит гвоздики. Прям вообще. Малюсенькие, сейчас потеряю. Сейчас покажу вам поближе. Так, ожерелье. Оно тоже с этим жемчугом, девчонки. Жемчугом, как громко сказано. И синий камень красивый, люблю синие камни. Он не синий, он хамелеон, девчонки, он переливается всеми цветами. Вот это красивая штука, но она прям какая-то коротенькая, капелька, наверное, под шею, да? Он хамелеон, смотрите, он то зеленым отливает, то еще каким-то. Прикольно вообще. Вот, девчонки, сережки прям малюсенькие и банальные.
И вот ожерелье. Вот мне очень понравился камешек. Он всеми цветами, черным, может, и синим, и под каким-то углом зеленым, да, красиво. Вот такая вот цепь, где в промежутках у нас получается на петелечках, да, тоже такие белые камешки. Сейчас мы, конечно, с вами ее примерим. Тоже есть запасик, можно сделать короче. Достойно выглядит, красиво. Металл красивый. Ну, девчонки, красота, да и только. Мне очень нравится вот это ожерелье. Смотрится очень симпатично, прям вообще. То есть можно сделать и как капельку под шею, под какой-то вечерний наряд, да, и тоже будет прям вот красиво. Правда красиво. И сережки я тоже одела, чтобы вам показать. Вот такие они малюськи. Вот прям малюськи-малюськи. Поехали дальше. Следующая коробка. Закрытая, запечатанная. И здесь у нас серьги Кэрри. С ума сойти. Не могу дождаться, рву коробку, открываются они так. Какая упаковка, девчонки. Ну, вообще, смотрите. С бантиком, то есть ленточка здесь, да, просто супер. Так, где же наши серьги? А, класс! Вот это класс! Вот это то, что я люблю, девчонки, как сорока. Люблю, чтобы были висячие, такие красивые. Очень рада этим сережкам. Ну, вообще, просто пупеть. Вот как они выглядят. Сейчас мы с вами тоже посмотрим их поближе. Девчонки, смотрите, какая красота. Вот одна сережка. Очень красиво. Мне прям нравится безумно. Такие, ну, они тяжеленькие, камень тяжелый. Вот так с другой стороны они выглядят. Заглушечка металлическая. Красота. Коробочка вот она какая. Смотрите. Девчонки, они шикарные. Они просто шикарные. Мне очень нравятся. Как они смотрятся, вообще красота неимоверная. Классные. Тоже под вечерний наряд. Да и я на повседневной основе ношу такую бижутерию, если честно. Поехали дальше. Так, здесь у нас серьги Десси. Сколько серег, девчонки? Так, открываем. Они у нас в бумажке? Да, в бумажке. Какие-то маленькие. Не маленькие. А тоже видела у девчонок. Вот такие вот пришли серьги. Сейчас покажу поближе. Довольно лаконичные такие сережки, да? Здесь получается у нас по бокам желтый металл, а в центре белый, да? Вот как они выглядят. Сейчас посмотрим с вами, как смотрится на ушках. Девчонки, стала одевать, они, оказывается, разъединяются. Смотрите, желтый отсоединяется от белого металла. И чтобы одеть, нам надо их вот так соединить. Они как бы, получается, не слитны. Интересно, как это будет на ушах смотреться. Вот, девчонки. Не, ну, в принципе, неплохо. Неплохо, правда. Смотрится достойно. Вот так. То есть это не мелочь там какая-то, да, не гвоздики. И не сильно бросается в глаза. Вот так. Да? Нормально. Поехали дальше. Последний, по-моему, у нас набор с вами остался. Это колье со съемной брошью подвеской Бернадетта. Открываем скорее. Очень что-то тяжелое. Тоже у девчонок, да, видела это колье, как четки, грубо говоря. Тут брошь съемная. Да, действительно, здесь есть замочек, она снимается, и брошь можно носить отдельно. У нее сзади есть булавка. Тетенька на броши. И вот так это дело все выглядит. Мне кажется, это прям под вот эти серьги будет очень даже неплохо сочетаться. Давайте попробуем одеть. Сейчас сниму цепочку. Вот так, девчонки, даже выглядит подвеска. Здесь еще есть камешек посередине. Он так и остается, если брошь снимается. Сзади у нас булавочка. И вот такой, видите, замочек, как на цепочках классический, который можно открыть и эту брошь отцепить. Это очень удобно и очень хорошо. И вот так в целом выглядят наши с вами бусики, скажем так, да? Вот. Такая цепочка сзади еще. Конечно, девчонки, наряд неудачный выбрал, чтобы бижутерию демонстрировать. Но, тем не менее, вот как это выглядит. На нашей шейке, да, вот так. Ну, подо что-нибудь, возможно, когда-нибудь, да, на какой-нибудь случай хочется попробовать ее снять. Но придется для этого снимать все колье. Ну, неплохо. Пригодится. Прикольные, девчонки, комплектики. Мне, в принципе, все понравилось. За 300 рублей такое количество бижутерии, мне кажется, не купишь даже на Алиэкспресс. Поэтому рада, еще раз рада. Буду носить много из того, что пришло, с великим удовольствием. Следующий продукт в моем заказе – это парфюмированная эссенция. Ее код
392-13 Eternal для нее. Это на заказ, девчонки, поэтому открыть не могу. Приходит в слюде. Я тестировала эту эссенцию в пробниках, и она мне показалась крайне нестойкой, хотя вот именно аромат этой эссенции мне очень понравился. Но он на моем теле исчезал буквально через пару часиков, и не оставалось и следа. Заказала, девчонки, набор роскошное обновление от Planet Spa. Код его 980-48-20. Здесь у нас моя любимая маска-пленка с черной икрой. Обожаю ее, девчонки, пока она у меня в фаворитах в Avon. И роскошное обновление маска-гель для кожи вокруг глаз. Вот ее я еще не пробовала, будет очень интересно потестить. Я на самом деле добирала до 2000, чтобы получить два приза в следующем каталоге, да? Там за каждую 1000 с 1 по 57 страницу положен нам будет приз. И вот на этих страничках что-то как-то ничего не зашло. Товары скудные, выбирала из того, что есть, навыбирала. Так, маску-пленку я вам много раз уже показывала. Она приходит незапечатанная. Вот такая красивейшая, с золотым отливом. Мне нравится, как она работает на моей коже. Подтягивает лицо. Ну, делает его, не знаю, свежим, отдохнувшим. Действительно нравится. Гель для кожи вокруг глаз буду тестировать. Обязательно вам в пустых баночках расскажу. Вот такая эта малюська. Так. Как ты выглядишь, гель? А, ой, класс. А он с перламутровым уже таким, знаете, хамелеонистым отливом. Сейчас покажу поближе. Вот, девчонки, маска-пленка. Очень красивая. Она мне, кстати, больше нравится, чем из линейки Enyu золотая. И вот гель. Такой перламутровый, жемчужный отлив. Очень красивый. И запах у этой серии мне тоже нравится безумно. Аромат классный. Но это, получается, не маска-пленка, да, насколько я поняла? Это маска-гель. То есть мы его потом будем смывать. Классный. Будем тестить, девчонки, отзывы свои обязательно оставлю либо в пустых баночках, либо в Инстаграм. Если на Инстаграм еще не подписаны, подписывайтесь. Ссылка всегда под видео, там много полезного. Девчонки, а сейчас лирическое отступление по поводу цвета волос. Так как Инстаграм, контакты, Ютуб завален вопросами про то, какой краской я покрасилась, рассказываю сразу для всех. Я сделала смыв Кусьёс. Коробочки, к сожалению, нет. Я вам картиночку где-то здесь прикреплю. На свой почти черный цвет. Она до 9 тонов, по-моему, снимает. Это 13 номер. Там есть 8 тонов, смывает и 9. Я вышла в блонд, который был слегка с желтизной, знаете, такой, ну, вроде более-менее ровный, только эта смывка меня выводит за один вечер из брюнетки в блондинку, поэтому я вот второй раз, третий уже ей пользуюсь и рекомендую. Опыт у меня большой, я пыталась выйти в блонд любыми смывками, любыми осветлителями, в итоге получалось ярко-оранжевый, либо ярко-желтый, здесь нет, все было как-то в рамках разумного. И после этого, да, я сразу нанесла вот этот оттеночный бальзам Prestige, в оттенке именно BB01 серебристо-платиновый. Именно он дает такой красивый отлив, именно тот, который мне вот нужен. Я его беру уже не знаю какую пачку по счету. Он потрясающий. Он более-менее стойкий по сравнению с другими продуктами. Он дает результат. Не легкий какой-то оттенок, да, а то есть позволяет, да, за один вечер выйти из брюнетки в блондинку без каких-либо там ужасных ситуации на голове, желтизны, разновизны, розовизны и так далее. Я брала, девчонки, вот этот бальзам в магазине «Орхидея Парфюм». Если в вашем регионе нет магазина «Орхидея Парфюм», мне кажется, можно поискать на таких сайтах, как Wildberries, Беру и так далее. Однозначно его найдете, потому что он достаточно популярный. В магните я его не видела. И хочу посоветовать вам еще одну вещь. Если будете делать покупки и часто делаете через интернет, про кэшбэк-сервис «Smarty Sale». Вообще, на самом деле, крутой кэшбэк-сервис. Я перепробовала много. Часто видите в моих заказиках, в моих обзорах заказов покупки с AliExpress, также в интернет-магазинах. Сейчас на 14 февраля мужу подарила нормальные смарт-часы, как бы, да, потому что до этого всякую блажь покупали. Хотела сделать вот то, что было бы действительно полезно и не сломалось через неделю. Покупала в Эльдорадо, да, магазин Эльдорадо есть, мне кажется, в каждом регионе. И решила сделать, провести эту покупку через интернет-магазин, чтобы именно получить кэшбэк. Кэшбэк-сервис Smarty Sale. Вот с 14 февраля, сколько дней прошло, мне уже пришел кэшбэк в магазине Эльдорадо, он, по-моему, там 3 до 5%. Там 2200 магазинов. Жалко, конечно, что там нет Avon и Faberlic, но я надеюсь, когда-нибудь и до этого, может быть, дойдет. 2200 магазинов, вывод на карту, на счет, вообще куда хотите, от 5 рублей. Я до этого с другим кэшбэк-сервисом как бы работала, а тут поняла, что можно от 5 рублей выводить и на карту, девчонки, поэтому это на самом деле круто. И все магазинами, которыми мы сейчас интернет пользуемся, и дочки, сыночки, у кого есть дети, AliExpress, Эльдорадо, техника, я теперь делаю прям только через интернет, чтобы получить кэшбэк, а потом прийти товар забрать в самом магазине. Так что рекомендую вам этот кэшбэк-сервис, потому что
что перепробовала много и остановилась именно на нем. На самом деле удобно, ну и пока у меня не было ни разу никаких нареканий. Довольно быстро приходят денежки и на карту, поэтому здорово. Навигация по сайту невероятно удобная. Есть личный кабинет, где можно посмотреть состояние вашего счета и так далее. Разобраться сможет даже новичок. Но если вдруг у вас возникли вопросы, то на сайте всегда и в приложении работает круглосуточная служба поддержки, где вы можете решить свои вопросы по поводу заказа, по поводу вывода денег. Огромное количество магазинов с отзывами, можно почитать отзывы, можно поделиться своим. Также у кэшбэк-сервиса есть приложение, которое доступно для iOS и Android, для еще более удобных заказов и возврата денежных средств. Так что совершайте свои покупки выгодно, возвращайте свои денежки. Это можно сделать любым удобным для вас способом. Для новичков прописан каждый шаг. Все понятно и доступно. Денежки можно выводить на карту любого банка, электронный кошелек, счет мобильного телефона. Ссылочку на сервис оставляю под видео. Переходите, регистрируйтесь. Пусть ваши покупки будут приятными и максимально выгодными. Лирическое отступление закончилось. Надеюсь, что по цвету волос пока все понятно, но если все-таки непонятно, пишите, девчонки, отвечу всем. Следующий продукт в моем заказе — это вот такой шампунь Avon Naturals, такая большая бадья. Шампунь плюс бальзам-ополаскиватель 2 в 1 с витаминным комплексом. У меня заказала его знакомая, здесь 700 мл, цена была смешная. Девочки, я вас уже спрашивала, у кого голова чешется от шампуней Avon, вот эта линейка тоже себя так ведет, то есть мне даже вообще не пытаться. Тут клапан такой, ну, не очень удобный на самом деле. Пахнет классно. Ой, как пахнет классно. Прям папайи и манго. Вообще потрясающий. Запах потрясающий. Цвет, насколько я вижу, какой-то оранжевый. Моей знакомой подходит. Она брала в зеленой бутылочке такой шампунь из этой же линейки. И у нее никаких нареканий не было. Голова не чесалась. Но я боюсь теперь, девчонки, экспериментировать. Поэтому пока не беру. Тоже не мой заказ. Это набор магия гиалурона. Advanced Technic, да, вот от них у меня чешется голова. Я перепробовала все, по-моему, кроме магии гиалурона. У меня был с маслами, у меня был, который типа выпрямляющий, ничего не выпрямлял, послушные волосы, да, вот. Ну, все я перепробовала, по-моему, кроме магии гиалурона. Слышала, девчонки хвалят. Для тонких и нормальных волос густота и плотность. Здесь бальзам, шампунь и сыворотка, заполнитель. Слышала, что тоже девчонки ее хвалят. На сыворотке, в принципе, у меня никаких проблем, шелушений, зуда не было. Девчонки, кто пробовала вот эту сыворотку, напишите. А я вам сейчас скажу код этого набора, магия гиалурона, 980-5701. Вот. Так что вот такая вот троечка отправляется моей знакомой. А у нее тоже вот нет никакого зуда на эту линейку, у нее все нормально. Я одна такая, что ли, недоделанная. Девчонки, взяла себе по акции, да, 40% у нас была скидка в третьем и есть каталоге на линейку Инканта. Я взяла себе впервые вот этот вот сиреневый. Он у нас белый орех и сандал, получается, 130-01-34 его код спрей. И повторила голубой. Очень люблю голубой по аромату. 266-56, нефритовый цветок и шелк. Его я обожаю. Так что давайте сначала новенький понюхаем, сиреневый. Так. Вы знаете, интересный аромат. Сейчас лучше на тело пшикнуть, а то спирт бьет в нос. И попробуем уже так. Никто не пшикал, кстати, до этого. Спирт, уходи, спирт, уходи. Классный, мне нравится. Интересный аромат. На что похож, не могу сказать. Если с синим сравнивать. Синий более свежий, но в нем есть какая-то приторная нотка. Сиреневый, вы знаете, такой, как какой-то шлейфовый парфюм, не сладкий. Есть, конечно, сладкие ноты, но сладости прям нет. Свежесть тоже есть, терпкости, ну, грамулечка. Не, мне нравится, девчонки, правда. Прям вот нравится, нравится. Ой, как здорово. Он насыщеннее однозначно, чем голубой. Многограннее, я бы, что ли, сказала. Но голубой тоже классный. Голубой больше вот на лето, наверное, я бы так сказала. А сиреневый на теплое время года. Да. Блин, все, я теперь занюхаю семя. Инканта — это вообще forever. Вот такие две масочки у меня девчонки заказали из линейки Avon Kea. Это антивозрастная и ровный тон. Антивозрастное, кстати, маме дарила. Она сказала, что вроде как питает, нет какого-то эффекта вау, но питает. Антивозрастная 645-42 и ровный тон у нас 129-96-81. Они такие малышки, в принципе, можно, есть смысл взять и попробовать. Девчонки, если пробовали, напишите, пожалуйста, как вам.
Вот таких еще два дезодоранта у меня тоже заказали. Я шариковый не очень люблю, конечно, но пользуюсь фаберликовскими. А спрей у меня был из этой линейки женский, ну, неплохой. Но вот фаберлик защищают лучше для меня, потому что вот тот как-то прям вообще на полдня. Хотя я не особенно там потливая. А первый у нас абсолютная свежесть 48 часов и без запаха 48 часов. Коды. Абсолютная свежесть 82-203. Унисекс без запаха. Блин, а можно такое слово на YouTube вообще говорить? Без запаха дезодорант 822-94. Вот. Так, дальше, девчонки, заказала две пенки, потому что боюсь, что, как и тоник из этой же линейки, они пропадут из каталога. Это нутриэффект очищения, пенка для умывания для жирной комбинированной кожи. Сколько я пенок не пробовала, это восторг. Это, девчонки, восторг. Она потрясающая, я ее обожаю. Она настолько деликатно очищает кожу, она ее не пересушивает, слегка матирует. И она комфортна, вот очень комфортна. У нее минимальный расход. На выходе она дает прям такое большое количество продукта, да, что, я не знаю, мне, наверное, месяца на два ее точно хватает вот такого баллона. Я надеюсь, что как тоник из каталогов она не пропадет. Я буду обязательно заказывать еще. Была акция, да, там с определенных страничек, с линейки Nutrifect нужно было взять продукты, и тогда сработают желтые ценники. Вот я и взяла два, именно то, что мне хотелось, про запас. У кого жирная комбинированная кожа, девчонки, кто не пробовал, очень советую. И вам, мои красавицы, красотки, замечательные девочки, спасибо огромное, что посоветовали в свое время мне ее попробовать. Это теперь моя любовь, мне кажется, на долгие-долгие годы. Надеюсь, Ива на ее не выведет. Девчонки, по-моему, по онлайн-распродаже я заказала вот такие заколки. Это сейчас очень популярные заколки, которые хорошо держат пучки, прическу. Так, здесь две штуки и код 130-53-66. Давайте с вами откроем их и попробуем. Мне не терпится. Я и для дочери, и для себя. Потому что видела обзоры на похожие заколки. Слушайте, они симпатичные, стоили копейки. Я сейчас вам скажу. Заколки 119 рублей, девчонки, без скидки, две штуки. Они, по-моему, так без скидки и прошли. Да, на них не было скидки, потому что онлайн-распродажа. Камешек белый. И как эта вещь вообще работает, да? Ну, мы собираем, допустим, волосики и хотим, чтобы они у нас держались. Берем эту заколку и вкручиваем ее. Господи. Вот когда руки растут не оттуда, откуда надо. Буду пробовать пучок, девчонки, сделать. Из моих, конечно, волос пучок выйдет так себе. Но тем не менее. Ой, вкрутилось. Одну и вторую. Ой, ну держит. Держит пучок, девчонки, держит хорошо. Добротно так прям. Потом тем же макаром мы их выкручиваем. Выкрутила, волосы вроде не дерет. Вот, нормально, волосы не дерут, девчонки. Хорошая, кстати, задумка, мне кажется, смотрится это классно. Заказала, девчонки, вот такой вот наборчик Incandescent. Здесь у нас бальзам, по-моему, для рук, лосьон для рук. И парфюмированная водичка в объеме 9 мл, наверное, она с шариком, да? Код набора этого 133-68-09. Я люблю этот аромат, обожаю, меня любит его и мама, поэтому, может быть, отвезу, презентую ей. Так, очень хорошо, кстати, девчонки, что он вот так в коробочке приходит, да? Это прям хорошо. Лосьон для рук очень маленький, конечно, 50 мл. Ну и набор, ой, прям вывалился, ничего не запечатано, девчонки. Он такой беленький. И пахнет Incandescent. Ой, плотненький такой, питательный. Ой, кайф. Кайф кайфучий. Маме отвезу обязательно, она любит такие пахучие кремы для рук. И водичка вот эта вот маленькая. Сейчас посмотрим. Так, с собой в сумочку положить любимый аромат. Смотрите, какая она густая. Ничего себе. Это прям эссенция у нас получается, а не водичка. Парфюмированная вода с шариковым аппликатором. Да, здесь вот такой вот шарик маленький. Я люблю Incandescent, девчонки, любовную любовью. Мне безумно нравится шлейф этого аромата. Не первый даже нота, а шлейф. Он такой классный, когда я через неделю еще ощущаю его на своей одежде, я прям вообще тащусь, девчонки. Да, это мой любимый Incandescent. Замечательно. Мило так презентовать можно в такой вот коробочке. Смотрится очень достойно. Еще, девчонки, чтобы опять же добрать с определенных страниц до 2000, я взяла себе из линейки Planet Spa арктическая брусника, энергия восстановления, ночной антиоксидантный гель уход для лица. Я надеюсь, что хотя бы гели Avon не будут забивать мне поры, потому что ночные маски и крема многие забивают. Так, где ты, дорогой, здесь у нас в накладной? Avon. Код, девчонки, 367-14. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Она, кстати, приходит запечатанная. Она, он, гель. И прямо открыть даже. А вот есть зацепочка. Сейчас посмотрим.
Я вообще пока все, что пробовала в линейке Planet Spa из ухода, мне нравится. Девчонки, не тут-то было. Ой, какой бомбезный аромат. Это еще надо открыть, попытаться. У меня не получается. Такая плотная штука здесь, что, я не знаю, мне приходится ее рвать. Не открывается. Рву и рву. А, по цвету, девчонки, этот гель похож на гель вокруг глаз. Вот этот вот черненький. Он также переливается, как жемчуг. Запах очень классный. Текстура легкая. Видите, сами стекает быстро, да? Очень легкая. Я этому рада. Когда наносишь на кожу, также переливается, прям как вот эта масочка, да? Из линейки Avon. Planet Spa тоже. Запах обалденный. Я слышала, что девчонки писали, что арктической бруснике классный запах, но теперь я убедилась. Слегка сияет на коже, есть светоотражающие частички, уже начинает впитываться. И чувствую, что кожа увлажнена. Питание моей кожи практически не нужно, а увлажнение, вот да, кожа увлажнена и действительно переливается. Слушайте, может быть, его даже не только как ночной, но как дневной гель буду использовать. Посмотрю, как поведет себя моя кожа. На камере вам, наверное, не очень видно. Сейчас попробуем поближе. Вот, девчонки, слегка видно, как переливается кожа. Светоотражающие частички, прям видите? Здорово. Вот так, кстати, маска-пленка у меня уже тут отошла. Интересный продукт, девчонки, с классным ароматом, вообще просто потрясающим. Как поведет себя на коже, обязательно в ближайшее время опубликую в Инстаграм на него пост. Масочка-пленка, кстати, очень хорошо вот это снимается, черная, без боли и дискомфорта, ну, по крайней мере, для меня, да? А кожа переливается, ну, супер, вообще красота. Ну и все, собственно говоря, девчонки, у меня здесь остались брошюры «Успех в деталях», на которые почему-то что-то пролилось, видите, пятно, да? Вот оно. Но это не мое, кстати, пролилось, потому что у меня все целое. Ну, не знаю, вот такой вот покоцанный буклетик пришел. Это для бизнеса аксессуары. Полистаем все с вами вместе в отдельных видео. Outlet и каталог пятый пришел. Здесь будут новиночки. Уже очень интересно, на самом деле, полистать и обсудить вместе с вами план покупок. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, мой обзор был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я всех люблю, целую и прощаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.